Всех приветствую на канале интернет-магазина GrowMir. В этом видео я расскажу про двухкомпонентное удобрение Plagron Coco. Plagron Coco – это замечательное удобрение, которое создано специально для растений, выращиваемых на кокосовом субстрате. Эти два компонента очень просты в использовании и включают в себя сбалансированный рацион для достижения отличного результата. Преимущества использования удобрения Plagron Coco. Удобрение применяется в течение всей жизни растения на фазе роста и цветения. Стабилен в широком диапазоне по кислотности. Исключена возможность кристаллизации и выпадения осадка. Подходит для различных систем полива, включая капельные. На данном этапе вы можете видеть компоненты Part A. На данном этапе вы можете видеть компоненты Part B. Способ применения. Перед использованием бутылку необходимо хорошо взболтать, от 1 до 4 мл удобрения добавить в 1 литр воды, в зависимости от потребностей вашего растения. Компоненты использовать в равных долях. Удобрения необходимо использовать во время каждого полива. На данном этапе вы можете видеть основные характеристики данного продукта. Мы предлагаем вам продукцию замечательной фирмы Plagron. Plagron – это один из самых знаменитых на весь мир бренд-товаров, производимых для растениеводства. Продукция этой компании отличается высоким качеством сырья и отличным качеством изготовления. Во многих разработках своей продукции компания Plagron использует свои собственные патенты, и это дает замечательный результат. Продукция компании уникальна как по составу, так и по своим свойствам. Этот и многие другие продукты вы можете приобрести в магазине GrowMir, а я с вами прощаюсь, до новых встреч!